Отряд Эйбл слушает! Внимательно! Пошли! Краб, вы угробили двух людей из-за одного вонючего фрица! Не знаю как, но вы теперь должны пробраться к нам. Они умерли, выполняя приказ, Вилсон. Это мог быть любой из нас. Вы у этих людей в долгу и помирать пока не вправе. Я не думаю о смерти. Мы все мертвецы, Крафт. Мы все мертвецы. Плохо то, что не все это понимают. Если в это верить, то зачем беспокоиться? Зачем вообще об этом думать? Ведь если повезет, то и умереть можно достойно. С оружием в руках, перед своим отрядом. Эйбл, вперед! Пошли! К выходу готовы! Боевая должны идти! Начинаем марш-бросок, парни! Пошли, за мной! Уходим! Солдаты, вперед! Готовы! Идем! Вперед, быстрее там! Выходим! Эйбл, вперед! Эйбл, ускоримся! Деникол, Уильям! Тащите оружие и патроны. Из этого здания отлично простреливается вся местность. 57-миллиметровое орудие ждет приказа. Парни, заводи мотор. Всегда идем. Готовы к бою. Вперед! Быстрее! Выходим! Выходим! Отряд Эйбл слушает! Пошли. Добро пожаловать в Кокиньи, бойцы! Собираемся! Вперед! Быстрее там! Выходим! 57-миллиметровое орудие ждет приказа. Разведчики из 509-го докладывают, что у Кокиньи собираются немецкие войска. Они готовятся контратаковать. Мы должны вернуться в Шеф-Дюпон. Узкая дорога – лучшая для обороны. Нам приказано удержать всю дамбу, а не половину. Организуйте оборону вдоль главных дорог. Нужно удержать Кокиньи любой ценой. Ну что, мальчики? Десантники слушают! Там хорошее укрытие! Там! Бейкер, пошли. Готовы! Инженеры, останови! Мне больше нравится ковыряться в моторах. Мы получили заказ на строительство здания. Инженер? К выходу готовы, сэр! Отделение Бейкер слушает. Эйбл, Бейкер, немцы нападают! Бейкер, готов, не зевать! Вперед, быстрее! 57-миллиметровое орудие. Всегда готовы к бою, бойцы, быть начеку. Эйбл слушает. Готовы. Экипаж, веселей! Бойцов рот Эйбл повысилась меткость при стрельбе из пистолетов-пулеметов. Стала доступна дымовая завеса. Пошли! 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 Вперед, бейте! На территории обнаружен враг. Совершил нападение на базу.
Они отступили. Мы сдержали натиск. Пока тихо. Они перегруппируются и скоро снова пойдут в наступление. Заминируйте главные дороги. Используйте любую взрывчатку. Верно мыслите, Крафт. Один бог знает, кто теперь двинется по этой дороге. Здесь дорога закрыта, Фриц! Вряд ли французам понравится то, что мы сделаем с их дорогой. Идем. Экипаж, веселей! Мы готовы как никогда. Вот такие дела. Мы закончили Патруль. Строительство. Пошли! Ага, сейчас. Стоять! Слушай, что дальше? Давай, давай, пошли! Ты не сможешь установить 88-ю на истребитель. Ну, если, конечно, даже если на это минное поле прокрадется... 82-я, слушай! К выходу готовы! Идем! Взвод быстрее, не спите! Приказ. За стены! Десантники слушают! 57-миллиметровое орудие! Отделение Бейкер слушает! Слушаю! Вперед, Эйбл! Вперед! Идем! Земля готова к бою. Зевать, бойцы, быть на чеку. Передислоцируемся! Урод и Бейкер теперь есть доступ ко второму безоткатному оружию. 82-я слушает. Готовы к бою! Выходим! Вперед! Быстрее там! Порядком вперед!
Слава богу, натиск ослаб. Не расслабляться! Они снова атакуют, как только соберутся! Останавливаться! Эйбл, стоять! Граф, и от вас все-таки есть польза. Что бы думал? Мои трупы, верно? Продолжайте в том же духе, я вас, может, уважать начну. Атака! Они бросили на нас все силы! Надо придержаться! Пошли! Фрицы применяют против нас! Арта! Начним маршрут! Отряд Эйбл слушает! Идем! Вперед! Быстрее там! Мы готовы как никогда! К выходу готовы! Пошли! Прилепить туда гранату! В этой позиции! Арта! Новую позицию! Стоять! Эйбл, пошли вперед! Танковое орудие готово. Вперед! Остановите танки! Используйте все, что осталось! Шрапнель! Липучки! Все! Мы должны удержать дамбы! Солдат, захватите ленты! Уходим отсюда! Отделение Бейкер слушает. Идем! Расчет к бою готов! Выходу готовы, сэр. Вперед! Быстрее! Передислоцируемся! Теперь бойцы могут пользоваться безоткатными орудиями.
вражеское подразделение уничтожено. За что? Они закончили. Дамба слишком забита. Они не так глупы, чтобы переходить по ней сейчас. Мы справились! Мы справились! Выйдя на новый уровень развития, бойцы роты Бейкер стали... Я поверить не могу, что мы его там оставили! Если бы мы остались, погибли бы все. Что тогда, Малоуни? Мы вернемся на ту сторону. Что? Да ты шутишь никак! После такого никому не выжить! Мы взяли дамбу и защитили Кокиньи лишь силами 900-й. Отдохните немного, мы атакуем на рассвете.